Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В принципе, в прошлом эпизоде мы прокачивали наших покемонов. И я вот там вижу одного покемона-босса. Охренеть, стоял там полчаса, я тпхнулся, сразу же пропал. Ребята, идем мы, наверное, все-таки поспим, так как ночью неохота просто-напросто. Или хотя есть одна идея, кто-то где-то... Говорили, что маткип спавнится ночью, поэтому, наверное, сейчас мы побегаем немножко ночью. Посмотрим, действительно ли он спавнится ночью. Так. Так. Куда бы нам пойти? Давайте пойдем и куда-то вот сюда. И будем качаться вот тут. Если, конечно, кто-то заспавнится ночью. Нет, ну, в принципе, ночью уже другие покемоны, да? Поэтому, может, мы встретим таких покемонов, которых... как бы у нас еще и нету, да? Сандил. Ну, тебя тоже можно словить, но немножко позже. Немножко позже мы тебя словим. А, нам нужно прокачать пока что вот наших покемонов. Это хотя бы Драгонейра нам уже прокачать. И также Болдора. Ну, как бы Болдора я потом прокачаю. Он же с помощью трейд-машины, да, или как он там превращается. Ну, эволюционирует, да. Поэтому я его немножко позже как бы эволюционирую. Значит, его уже можно поставить в компьютер. Литвика. Ну, будем его прокачивать. Дальше. Багона как бы тоже будем прокачивать. Генгара тоже. И сейчас мы, наверное, возьмем или Тотодайла на прокачку, или... Или Абру, да, вот. Кого мы возьмем. И пока что давайте, наверное, сбегаем вот сюда на наш остров, где он там. Где-то вот тут, да. Тут всегда куча покемонов. В принципе, каких-то больших уровней. Но сейчас нету, как я понял. Ну вот там Сквирт, точнее Вартортл, еще один Тотодайл. Там кто у нас? Еще куча Сквиртлов, ни хрена себе, 3 Сквиртла. Ладно, давайте убьем тебя. Тебя, ты у нас большой уровень. И... И вас тут поубиваем. О, там покемон босс, но фиг его знает, он в земле или где он. Сейчас, давайте туда избегаем сейчас. Вот, я еще только тебя убил. Угу. Ладно. О, Мьюту, 90 уровень. Офигенно. Большой уже уровень. А в принципе он и так был большим, да? Большим, да? Там какой он был? 80-м, да, сразу же. А. А, ну в принципе пропал покемон босс, ладно. Нужно было сразу на него идти, но... А есть еще кто-то? Давайте мы, наверное, все-таки домой пойдем, вылечимся. Ну, в смысле, вылечим наших покемонов, так как там уже у Мьюту атак не осталось почти что. Вылечим. Может, что-то еще в сундуки поскладываем, так как уже есть куча всего. Драгонейр, 46 уровень. Ну давай уже. Так. Вот так вот. Тебя... Так, это что такое? А, желтик. кого бы прокачать? Давай... Абру... Нет, давайте тут удайло. Или желтика, да. Так, это... Вот сюда. Нужно Багона прокачать.
А пока что давайте поскладываем в сундуки то, что как бы у нас есть, но пока что не нужно. И чтобы не валялось в инвентаре. Сюда вот это. Вот это. Так, сюда. Вот это. Вот это. И вот так. Отлично. Так, где наш рюкзак? В рюкзаке у нас вроде там покеболы должны, да, быть всякие. Вот так вот. Отлично. Ну что ж, идем мы дальше прокачивать покемона. А пойдем мы, куда бы нам пойти? Пойдем мы. Да давайте опять на остров пойдем, вдруг там кто-то есть. Какой-то большой уровень. Да, в принципе, тут и офигенно так качаться, так как тут, в принципе, вот такие огромные уровни. И на них как бы и очень так нормально качаться. Вот, 46 уровень. Как бы уже нормально, да? Конечно, не покемон босс, но как бы тоже дофига опыта за него даю. А, Мьюту спит или что там? Да, конфьюжен или что-то такое. Ладно, меняем на Генгара. А, ну в принципе уже не нужно. Так, ух ты. Тебя. Ой, что там за покемон? Сейчас, если успеем, туда подойдем ближе. Или лучше все-таки тпхнуться, чтобы быстрее. У, не-не-не-не-не-не-не, давайте куда-то сюда. Вот, отлично. Так, где вот тот... Вот он, или нет? Или где он? Нет, это не он. Вот тут этот. Тропиус. Да твою ж мать, ну... Ладно. Идем сюда. Там у нас покемон босс. Только не пропади, только не лети никуда, пожалуйста. Вот, отлично. О, XP-шер. Вот это действительно отлично. Так, тебя. Ага. О, еще один сквиртл. Ну что, пойдем я куда-то вот туда. Ух ты, сколько тут уже всего. Идем туда или идем обратно на остров? Давайте обратно сюда пойдем. Вот, на этих прокачаемся немножко. Или они там дерутся? Ну, пускай дерутся. Так, ты иди сюда. Тебя мы сейчас. Так, опять, ну нормально так уровней дает за этих покемонов. Вот там еще тебя. Тебя. Чё, 5 минут спит? Нет. А, месить, вот. Тебя еще можно. Так, ну нормально так идет опыта. Желтик у нас уже 18 уровень. Так. Вот, ты еще тут. Иди сюда. Да иди ты сюда. Голдак, голдак, голдак какой-то должен быть нормальный такой уровень. Вот, нормально. Так, 34 уровень. Вот, тебя мы сейчас как раз и прокачаемся на тебе, если, конечно, у тебя не один покемон, твою мать. Убьем мы тебя. И тебя. Так.
Сквиртлы. Куча сквиртлов. Фу, дождь пошел. Давно дождя не было. Так, ты какой тут уровень? 17-й, нет? Так, ты там какой уровень? 14-й, нет? Кто там еще у нас есть? 19-й, нет? 33-й. Так. Что-то залагало. Так, Бластой, Сух. Вот у этого большое количество покемонов. Отлично. Так, ты какой еще уровень там? 28-й? Ну, в принципе, нормально. Так, тебя. Тебя. Идем мы, наверное, сейчас домой, так как, в принципе, у Мьюту уже заканчиваются атаки. Вот, отлично. Идем мы домой, ребята. Сейчас мы вылечим наших покемонов. Драгонэйр, 47 уровень. Багон, 29, в принципе, нормально. Парочку бы покебоссов, да, покемонов-боссов было бы отлично. Давайте мы куда-то вот сюда пойдем. Ух, большие уровни. Ой, и ты большой уровень. Так. Так. Ну, мне тут уже почти 91-й. Почти, но... Отлично. Так, тебя еще можно убить. Сейчас мы быстренько прокачаемся с помощью Мьюту. Это, конечно же... О, отлично. Багон уже эволюционирует. Ну, давай. Так. Шелгон. Ну, прикольно. Это что выпало? Ладно. Идем мы дальше куда-то вот сюда. Кто там у нас еще может быть? О, Котони, 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 Котони. Тебя действительно можно словить. Капуста, да? Как мне сначала показалось. Так, ультрабол. А, у меня же гасли есть. Что-то я... Ладно, давайте еще раз попробуем. Ладно, давай Генгар. Ну, точнее Генгар, а не Гасли. Гипноз. Отлично, спит. И сейчас пробуем его словить. Да чё ты, зараза-то? Ещё раз давайте. О, зараза!
Короче, иди ты, потом тебе... О, вот сейчас может... Уже ультраболы кончаются. Вот, отлично, словили. Так, ребята, сейчас может куда-то... Куда бы? Куда бы пойти? Так, ну, в принципе, одного нового покемона мы словили. Сейчас, кто тут? Кто тут? Ладно, никого нету. Давайте все-таки, наверное, на этом уже закончим, в принципе. Словили мы одного покемона, да. И, ребята, действительно, давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.